Привет, ребят, с вами канал Ставка Нет, и сегодня хотел бы дать прогноз на матч НХЛ, который состоится 10 марта ночью. Ну а перед началом данного видеоролика, уже по сложившейся традиции, хотел бы порекомендовать вам нашего спонсора, это букмекерская контора MailBet. Переходи в описание, забирай бонус до 19,5 тысяч рублей новым игрокам. А также в нашем описании вы найдете телеграм-канал, в котором мы разбираем по выходным интересные статьи, также выходят там стратегии ставочек на футбол, ну и, естественно, сами прогнозики. А мы, в принципе, переходим к матчу. Ванкувер принимает Монреаль. Ставочка с коэффициентом 3,8. Победа Монреаля в основное время. И немного аналитики. Я считаю то, что Монреаль сейчас это как Оттава в прошлом сезоне. Кто давно меня смотрит, они знают, как я высказывался насчет непосредственно Оттавы. То, что это очень хороший аутсайдер, по которому можно играть на победах. И в данный момент идентичную игру с Оттавой показывает команда из Монреаля. То есть я бы не сказал, что они полный фаворит. Естественно, они аутсайдер. Букмекеры их оценивают 3,8, это почти четверочка. Неплохой коэффициент, ставишь косарь, выигрываешь почти 4. Но смысл в том, что Ванкувер... Я не понимаю, почему Ванкувер за 1,78 оценивают. Хотя это команда, которая... идет на две строчки всего выше Монреаля, и у них должны быть как бы равные коэффициенты. Не знаю, может быть, букмекер знает то, чего не знаем мы, но в данный момент я считаю, что Монреаль реально намного лучше смотрится, именно если смотреть по аутсайдерским качествам. Они любят больше, чем Ванкувер. Монреаль любит больше, чем Ванкувер, реализовывать большинство. Также меньше удаляются, и также у них хорошая позиционная игра в атаке. Ну а на этом все. Повторюсь то, что ставка на матч Ванкувер-Монреаль. Победа Монреаля с коэффициентом 3,8. На этом все. С вами был канал Ставка Нет. Всем удачи. Всем пока.